В одном из озер Бийского района будут выращивать мальков пеледи. Разведение рыбы занялся местный предприниматель. Пока Сергей Юрищев единственный в республике, кто решился на такой эксперимент. Более 2 миллионов личинок пеледи он привез с Новосибирского рыбозавода. 2 недели личинок будут выращивать в пластиковых пакетах, затем отпустят в озеро. Осенью примерно 10 тонн мальков отловят на продажу и развезут по озерам Хакасии, чтобы вырастить рыбу. Пеледь пользуется большим спросом, в том числе за пределами республики, поэтому правительство оказывает рыбозаводчикам помощь, выделяя под бизнес местные водоемы. Компенсируются части затрат, понесенные на приобретение рыбопосадочного материала, на покупку специализированной техники и оборудования, на компенсацию затрат, понесенных на выполнение работы оказания услуг по подаче воды в рыбохозяйственные водоемы.